в лавочку вмерз. Акушерка вскрикнула, будто увидев гюрзу. Едва появившись, младенец вдруг показал ей осу. Медсестра без сознания упала навзничь на спину. Новорожденный перегрызал пуповину. Молчите, заволновалась бедная мать. Медсестра лежит на полу, акушерка не знает, что и сказать. Доктор был очень опытный, он сразу понял, что это полный пиц. Поэтому просто спроси, а кто у ребенка отец? Конечно же, школа — лучшее место для борьбы и прикола. Родители в ужасе лезут на стену.
стену, дочь кричит «Хой!» Всех переменам. Проходят года, мать и отец не знают ни сна, ни покоя. Теперь на семейную тайну их точно раскроют. Несется сквозь время череда педсоветов. Старшеклассник избитым, обсмеян был летов. В икону с вождем запущен был шницель. Историк девчонку просто боится. Очередной раз выспана, мать плачет, выходя из дому. Дочь, правда, хвалит одни, но это слабое утешение. Я написала, играть мне даже не